Систему теплоснабжения Твери ждут преобразования, а Верхнее Волжье – поэтапное завершение газификации муниципалитетов. 23 марта в Москве губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании, которое провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирик Файзуллин. На встречу по вопросам теплоснабжения Твери и газификации региона были приглашены также председатель правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, представители «Газпром» Межрегионгаза и Тверской генерации. О принятых решениях рассказывает наш корреспондент. Напомним, что все мероприятия по модернизации системы теплоснабжения Твери проводятся в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Недавно была создана рабочая группа, которую возглавил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак. Главным результатом этой работы стало формирование дорожной карты по реализации всего проекта. Как отметил Ирек Файзуллин, ключевая задача – повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям. И по мнению губернатора Игоря Рудени, уже принято практически финальное решение по модернизации теплоснабжения Твери. Это реконструкция Тверской генерации, финансовое оздоровление, укрепление платежной дисциплины. Говорилось о том, что начинаем уже с текущего месяца активные действия по работе «Газпрома», по созданию совместной системы эксплуатации. И что очень важно, что реконструкция системы теплоснабжения города Твери – это неотъемлемая часть этой большой программы. Приоритетным направлением в регионе также является выполнение поставленной главой государства задачи о поэтапном завершении газификации страны. На совещании принято решение ускорить строительство газопровода от Вода от Ржева до Нелидово и ГРС Нелидово. Природный газ придет в ранее негазифицированные северо-восточные и юго-западные территории. Это Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский муниципальный округ, Торопецкий, Бельский, Жарковский районы, Молоковский, Весегонский, Сандовский, Краснохолмский муниципальные округа. Это будет большое подспорье для развития инвестиций, создания новых рабочих мест, ну и, конечно, возможность жителям региона воспользоваться природным газом, который будет во всех муниципалитетах Тверской области. Так, в 2021 году в рамках региональной программы газификации построено 207 километров газовых сетей в 14 муниципалитетах. Началось строительство межпоселкового газопровода, газораспределительной станции «Бежецк», поселок Максатиха и проектирование внутрипоселковых сетей по Максатихе с планируемым сроком завершения в 2023 году. В 2022 предусмотрено завершение строительства внутрипоселковых газовых сетей в Красном холме, начало строительства сетей в Нелидово и Оленина. Ведется работа по бесплатному подведению газа до границ домовладения. Всего планируется выполнить мероприятия по догазификации более 6 тысяч домовладений региона. В 2021 году опережающими темпами обеспечена догазификация более 1200 объектов.